Дмитрий Иванович, что-то вещи нашел. А где персонал? В комнате, наверное. В комнате, да? Да. Он в другой стороне. Здесь он, здесь получается. Кто есть тут не услуга? Из взрослых кто-нибудь выйди сюда. Не важно, там это минута, две. Даже не один можешь выйти. А? Загляните сюда. Ну ты зайди сюда. Вот смотри. Центральное что есть? Окна. Вот видно, с железной дороги видно вас всех. Дальше иди сюда. Вот открыто. Не надо ты дергать это. Шторки все снять и сжечь завтра. Они будут во дворе гореть. Не надо лицемерить. Смотри. А вот вы последние заходили. Пожалуйста, идем сюда. Гляди. Теперь смотри. Это безбожники живут только так. Когда молись, говорит, закрой дверь за собой. Какой за дверь? Зачем вам это нужно? Лицемеры. Две шторки шили. Для чего? Чтобы закрыть, к выключателю никому не подходить. Пока не будет все закрыто. Гляду, думаю, хоть что-то оттуда. Сижу из дома, все вижу, что передвигается, кто ходит. Почему богач не видел Лазаря, а Лазарь богача? Или кто кого видел? Ага, Лазарь он видел, потому что Лазарь, говорит, во свете находится. Не подходить ни к одной шторке или все уничтожить, не лицемерить.